вот сейчас у нас возникла ситуация на планете, что мы стоим сильно на грани. Еще не поздно одуматься и исправить то, что уже было наломано дров, все это привести в порядок и пойти правильным путем. Потому что если продолжаться будет так, как идет сейчас, без изменения, то наша цивилизация перестанет существовать, возможно, и планету целиком. И уже было несколько раз на грани полного. То есть, понимаете, здесь уже нет возможности размышлять, а может быть это имеет право существовать, может и так далее. Уже доказано, что тот путь, по которому сейчас идет наша цивилизация, неправильный. Именно связано как раз именно с живой материей, с разумным человеком, разумностью или неразумностью действий человека, как части живой природы. Так вот давайте подумаем, что нам стоит опереться в догму, которую нам навязали, без более объяснений, которые фальшивы по сути на самом деле с самого начала, и все-таки остановиться, задуматься и может найти какой-то другой выход, который позволит и себя спасти, и планету спасти, и может даже гораздо больше. Я думаю, что стоит второй вариант идти, в моем мнении. Кто-то может другой, это право каждого. Но, тем не менее, вопрос в том, что без понимания вот того, что эволюция жизни, как жизнь эволюционирует, как она возникает, что не является, что планета какая-то уникальная, уником во всей Вселенной, что, во-первых, то, что мы думаем Вселенной, на самом деле это одна песчинка того, что Вселенная на самом деле есть. Но никто даже не задумывается, что вот черные дыры есть, а материя проваливается, 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 миллиарды проваливаются, проваливаются, проваливаются. А куда она проваливается? Если одна Вселенная, да? Куда проваливается? За эти миллиарды лет огромное количество материи должно провалиться. В реальной материи, в физической материи должно провалиться в черную дыру каждую. А по закону сохранения материи существующей, который, в принципе, правильный закон, только несколько не в том варианте, в котором существует сейчас понимание существует, то должно быть, эта материя сваливается, это накапливается. Накапливается, накапливается, за миллиарды лет должно быть очень много. А там ничего не меняется. А куда же проваливается, если мы его не видим? Куда же происходит, допустим, как я уже говорю, что когда заснять с большей скоростью процесс деления клетки, к примеру, что позволяет, допустим, туннельный микроскоп, а оказывается, что при простейшем делении клеток, которое происходит в нашем теле триллионы раз в течение нашей жизни, сексиллионы раз, не знаю, не считал. Старая клетка, если, допустим, размножение клеток, а если замена, то же самое, при делении клеток, старая клетка исчезает полностью, и на месте старой клетки нет ничего. И очень короткую там, долю, там, миллиард доли секунды, нет ни старой клетки, ни новой. И потом раз, после этой пустоты, где ничего нет, появляются сразу две новые клетки. Вот кто делал фотографию раньше обычным химическим способом, помнит, да? Проэкспонирует фотобумагу, закладете, и она, бух, изображение появляется. Вот примерно точно так же появляются две клетки вместо одной старой, которая поделилась. Но ничтожное время, там миллиард доли секунд, я тоже не могу точно сказать, потому что не считал, но не важно сколько, но определенное время нет ни старых клеток, ни новых. Ни новых, точнее. Или, допустим, если замена клеток, не то, которое исчезло, не то, которое появилось вместо нее. Во-первых, откуда они появляются, если ничего не существует? Понимаете, это факты известные, но почему-то как-то все игнорируется, понимаете, не обращается на него. Ну не устраивается это, как прокурор стола ложишь. Все, что не вкладывается, обрезается. Вот не вкладывается факты, обрежем. Понимаете, ну чтобы не получилось так, что обрезается голова тоже. Когда голова обрежется, ногти еще полбили, правильно? Ну вот если лишняя кажется голова, можно, конечно, обрезать, но не думаю, что это будет очень полезно для того, как голова отрезается. Так понимаете, в принципе, современные представления общие. Это не только, так сказать, естественно, научная, а в принципе философская концепция мира и мироздания, которая нам навязана, в принципе, лишает всех нас верхней части тела, головы. И мы спокойно позволяем это делать. А почему? Во-первых, опять-таки, если делается, то это выгодно. А если кому выгодно, значит, что-то здесь не, и в таком виде все это делать таким образом, значит, это не совсем здесь все чисто. Понимаете, вот мне кажется, что
Настало время, потому что сейчас уже все созрело, накоплено столько фактов, столько данных современной наукой, экспериментальной, не теоретической, извините, экспериментальной, накоплено столько огромнейших количество реальных факторов, которые позволяют совершенно четко понять, что существующее мировоззрение, которое навязывалось в школах, институтах и так далее, является ложным. И не только ошибочным, по доброй воле, а фальсифицированным и преднамеренно фальсифицированным, чтобы нас одурили. Ну, понятно, думаю, что пора уже, кто-то хочет быть одуренным, я, например, не хочу. Ну, думаю, что многие, я сейчас здесь тоже не желаю быть одуренным. Поэтому давайте все-таки начинать задуматься на том, что действительно происходит и внутри нас, и вокруг нас, попытаться понять природу той же самой жизни, и как, допустим, развивается жизнь. Как вот я помню, давно, еще в 89 году, у меня была небольшая встреча, несколько человек пришли, и я поднимал вопрос о проблемах, допустим, эволюционного развития жизни. И, допустим, затронул вопрос, что, допустим, сказал, что современная медицина, биология не может объяснить эволюционное развитие эмбриона человека, например. Да? И среди присутствующих был человек, который спросил его, молодой человек, а кто по образованию? Ну, я сказал, физик-теоретик. Он мне сказал, лучше не лезть, куда вам не надо, занимайтесь тем, что вам учили. А я говорю, извините, а вы кто? Он сказал, а я доктор биологических наук. Говорю, извините, может быть, я что-то не знаю, ну, пожалуйста, просветите. И он начинает мне говорить. Вот, после зачатия, клетка начинает делиться, там, так далее, в одной зиготной клетке это зародыша появятся одни гормоны ферменты, в другой другие, третий, и так далее. В результате из одной клетки врач считает мозг, там, кости, нос и так далее. Я говорю, это все? Потому что можете сообщить мне больше? Он говорит, да, все, это извините. То, что вы сказали, я знаю со школьной, со школы, 8 класс, мы дома физиологии человека. А теперь вы знакомы с гистологом? Да, знаком. Вы согласны с позицией гистолога? Да, согласен. И так вот, говорит, по законам гистологии, когда мы имеем одну яйцеклетку оплодотворенную, когда она делится, получаем 2, 4, 8, 16 и так далее, совершенно тождественных клеток. А теперь вы, как доктор биологических наук, пожалуйста, объясните мне, каким образом в тождественных клетках, которые являются копиями, 100% копии одной и той же клетки, появляются разные гормоны и ферменты. Его ответ был, одному Богу известно. А я сказал, извините, я не Бог, но мне известно. Понимаете? Вот, понимаете, мы привыкли вывески, лозунги, нам бросили кто-то, и мы ими успокаиваемся. Мы бросаемся словами, и очень часто просто-напросто не задумываемся, что данное слово значит, что за ним стоит. А очень часто за многими словами ничего не стоит, пустота. Потому что, понимаете, в большинстве случаев многие термины, которые придуманы в науке, я так уверен, не могу уже 100%, но я имею такое ощущение, что многие термины придуманы для того, чтобы тем, кто хочет назвать себя ученым, скрыть свое невежество. А те, кто он им не является. Примером того, когда в начале 20 века исчезновение массы было, там был кризис физики, все учили в школе, да? В Генеральной конференции 29-го года там придумали, что вот здесь кусочек массы исчезает, мы назовем это нейтрино. Предложили назвать нейтрино, все успокоились сразу, повесили высоко. Вот то, что исчезает, назвали нейтрино, и здесь все прекрасно и так далее. То есть, хочу сказать, понимаете, вот повесили вывеску, и все успокоились. А что мне изменилось в том, что исчезновение массы, которое наблюдалось при определенных ядерных реакциях, происходит. А то, что назвали это, то, что исчезает нейтрино, она никак не объяснила, что же произошло с этой массой. Куда она делась, как она, что, к чему. Вот понимаете, вот нас приучили к тому, что мы должны верить в принципе, в школе. Ведь нас никто не учил думать, к сожалению. Если хороший преподаватель, к сожалению, таких не очень было много. Я могу сказать, что мне повезло, у меня было не так мало таких людей, которые были действительно любили то дело и относились не совсем так халатно к тому, что они делают. Но, в принципе, в школе нас не заставляют думать.
Нам просто заставляют зазубривать и выдавать в ответ то, что от нас ожидают услышать. И неважно, соответствует этому там истине или нет.